Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии «Единая Россия» Станислав Улитин и Андрей Яцишин провели встречу с руководством спортивного комплекса «Барвихинский». В настоящее время здесь занимаются около 700 взрослых и детей. Открытый тренажерный зал, секции разных направлений. На период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, временно прекращены занятия для пожилых людей 65+. Партийцы осмотрели здание ФОКа и обсудили с директором необходимость проведения ремонта. Этот вопрос депутаты взяли под свой контроль.